Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. В первую очередь я бы хотел отметить такой момент, пожалуй, вот что. Вы задаете хороший вопрос, верный вопрос. Вы задаете, ну, достаточно правильные вопросы, как мне кажется. Ну, есть одно но. А именно. Дело в том, что если у вас есть чувства, у нее есть чувства, я не вижу в этом ничего плохого. Не вижу ничего плохого в том, чтобы, ну, вы там, например, сблизились снова с, ну, с девушкой, вот, и так далее. Я не думаю, что это что-то прямо очень негативно, но как мне кажется, есть ряд нюансов. Во-первых, ваше переживание, ну вот то, что вы переживаете, вполне естественно и нормально. Вы большой, молодец, я считаю, что решили обратиться за помощью. Если бы вы не хотите ошибиться, вот, то, на мой взгляд, имеет смысл сделать анализ ваших отношений, вот, и на, ну, на основе этого анализа уже делать какие-то выводы. То есть, ну, как-то вот корректировать. Например, я только вот не знаю, хотите ли вы ну, какой-то коррекции, может быть, вы не хотите, но чтобы ошибок не повторять, имеет смысл, на мой взгляд, как раз таки делать анализ вашего поведения. А еще лучше, если вы вместе с девушкой обратитесь за консультацией, на консультацию вместе с девушкой. И вместе с ней поработаете над тем, чтобы ваши отношения гармонизировать. Вот. И тогда, мне кажется, ситуация будет гораздо лучше, приятнее, комфортнее для вас и так далее. Да, конечно, могут быть свои нюансы, безусловно. Ну, например, заметить, увидеть свои
ценности, которые у вас есть, крайне важная история. Заметить то, что вам сейчас, например, стало важно, то, что вам сейчас, например, стало ценно и так далее. Это очень важно. Вот. И поэтому мне кажется, что вот вы сказали, что вы стали не забывать, вы сказали, что у вас забилось сердце, когда она вам написала. Вот что это за чувство у вас возникало, когда это произошло, от чего ваше сердце забилось так сильно? Может быть, если в этом разобраться, вот, то вам стало бы понятнее и то, как действовать дальше. Вот. Сейчас, может быть, непонятно, а вот поисследовав этот момент, возможно, стало бы куда более понятно, чем сейчас. Я, конечно, не знаю, вот, но тем не менее. Вот. То есть, ну, я так думал. Вот. А в целом я не вижу, повторюсь, ничего плохого в том, чтобы вам с девушкой сблизиться, если вы этого хотите. Вот. Почему? Нет. Не вижу в этом совершенно ничего плохого. Такой вопрос, хотите ли вы этого на самом деле. Этот момент интересный, потому что вполне может оказаться так, что вам-то уже хочется чего-то другого. Ну или не совсем того, что, например, сейчас хочет девушка. Мне кажется, что вы в какой-то степени правы, говоря о том, что, ну, что она может, что можно совершить те же самые ошибки. Вот, и чтобы этого не произошло, вот, нужно быть внимательным к ней, внимательным к себе, вот, и исследовать момент, связанный с тем, что вы чувствуете по отношению к ней. Как вы себя ощущаете, когда с ней взаимодействуете? Не подавляете ли вы себя чем-то? Вот, и так далее. Это все очень важные вещи, которым обычно не придается такое значение очень серьезно. Вот, ну, можно провести, скажем так, некоторые характерологические анализы, то есть можно посмотреть совместимость вашу. Вот, но это при условии, конечно, только если вы хотите сам данного
данных аспектах, если вы сами хотите. Вот как-то так. Ну и вам нужно быть внимательным к тому, изменилась ли девушка. Ну, поменялась ли она сама. Потому что если нет, если она сама, допустим, не изменилась, и вы видите, что ну, она ведет себя, например, похожим образом, допустим, или она действует так же, или говорит так же, то значит вам здесь нужно быть внимательным к себе и к тому, что происходит. Вполне вероятно, что критический момент наступает. Вот вы пишете, значит, характер расстояния, без ощущения, что он меня просто ненавидит. Ну, ненависть чувство достаточно сильное, я бы сказал, что вряд ли именно ненависть была к вам. Вот. Что-то, конечно, было, но ненависть, я думаю, вряд ли. Вот. Я думаю, что вероятнее всего страх какой-то. Ну, может быть, страх, да, то есть, ну, может быть, она испугалась отношений, так же, как и вы, вот, испугалась, ну, каких-то, ну, серьезных отношений, вот, и это ее как раз таким начало напрягать. Вот. Это, как мне кажется, не так важно, как важно немножко другое, где вы в этой ситуация, да, где вы в этом аспекте, понимаете, то есть, ну, как вы действуете, если вы вот в какой-то степени себя игнорируете, да, если вы, ну, в какой-то степени ну, подавляете себя, например, допустим, то, конечно, вам будет сложно реагировать. Поэтому нужно учиться выражать, в том числе, свои мысли, свои чувства, выражать свои желания. Там тоже очень важный аспект. Если не делать этого, если не уделять этому, ну, внимание, вот, то ситуация будет достаточно плачевной, я бы сказал так. Вот, решать этот момент, конечно же, вам, вне всякого сомнения, вот, но, тем не менее, я думаю,
совершенно однозначно, совершенно однозначно. Как бы нужно вам в большей степени вот обращать свое внимание на то, что вы именно вы, а не кто-то другой хотите. Вот. Я бы сказал, что, может быть, вы слишком сильно много уделяли девушке внимания, может быть, слишком сильно много своих ресурсов тратили, вкладывали, ну, в какой-то степени из-за того, что, может быть, это ваше первое отношение как раз. Вот здесь сложно так вот сказать, но, тем не менее, на мой взгляд, все эти моменты, в принципе, можно исследовать, вот, если вы хотите, конечно. Вот тут просто нужно понимать, да, что какого-то единого ответа на этот вопрос не существует, его просто, ну, не может быть. К сожалению. Вот, пожалуй, такой ответ я бы вам дал сейчас с точки зрения психологии. Я же не знаю, насколько вам это отвлекается, но вот, тем не менее, на данный момент, это вот то, что я могу вам сказать. Да, вы большой молодец, что обращаетесь за помощью, вы большой молодец, что хотите сохранить отношения. Вот это говорит о том, что вы довольно зрелый человек. Вот. Как мне кажется. Вот, но, тем не менее, вам самому, возможно, будет сложновато справиться вот, ну, с ситуацией, вот, ну, находясь в отношениях. Вот. Так, по крайней мере, я бы на это, ну, так, по крайней мере, я бы ответил бы вам. Вот. На этом, пожалуй, все. Вот, то есть на этом я бы, наверное, закончил свой ответ. Мне кажется, что пока что этого было бы достаточно вам. Я надеюсь, что это было полезно. Я надеюсь, что вам это было интересно. Вот.
говорит, что для себя определенные выводы вы сделаете. Вот. Ну, а если пожелаете, если вы хотите, то обратитесь за помощью к любому из психологов, вот, и мы вам сможем помочь. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь.